Посмотрим, короче, надо что-то уже делать, но тут, поскольку вот в этом вот винегрете очень сложно разобраться, что мейн, что сайт, у меня два DLC-шных квеста висят, мейновые висит, где, скорее всего, ебать будут, и поэтому я просто защищаю данжи в надежде на то, что я стану сильнее, но сильнее я не становлюсь, вот. Но зато не трогаю сложности, играю за тот класс, за который я хотел, как он, блин, называется, маговоин, вау. Такого еще никто не делал. А ты настоящий экспериментатор, хочется отметить. Играю за мага-воина, да-да. Да-да. Так. Я, блядь, генерик медведя перекачался, но есть пещерный медведь, он растет вместе со мной и становится сильнее, чем я. Тут нужно разбираться, чуваки. Очень сложное мироустройство. Ну, то есть, пещерные медведи предположительно развиваются бесконечно. И такие они сильные, конечно, блин. Ваншотает меня. Но мне сказали в очередной раз, что либо мага качай, либо иди нахуй, поэтому, не знаю, посмотрю, что сегодня будет. Но дэмэдж я уже вношу какой-то. Просто я побаиваюсь, блять, что сложность все равно придется менять, потому что я одноручно практически вкачал в кап, а дэмэджа не наношу. Но мне какие-то перки нужны, наверное. Ну что ты мне спойлеришь, Андуина, блин? Что-то Дао. Боевой маг и мага-воин, ни одно не... Боевой маг это батл-мейдж, он, блин, он боевой. У него боевые фаерболы, а мага-воин это вот он мечом не дамажит. И спеллами не дамажит. Ну вот надо замарафонить Драгоноге. Ну я не знаю, если первую часть еще можно проходить, то остальное это же скам ебаный. В них же нет смысла играть, да, наверное? Или есть смысл играть? Но я бы воскресил воспоминания по поводу того... Просто мне в детстве не... В детстве, ну ты понимаешь. У меня все детство, что до 40. И не очень нравилось. А сейчас уже может... Погнали? Чуть-чуть. Все части классные, просто ты уверен, Клементия? Ты подшучиваешь надо мной? Все? Даже Inquisition? Подшучиваю, здорово, Юнг. Блин, я вторую начал играть и дропнул практически сразу же, не помню уже почему. А в Инквизицию начал играть и дропнул, помню, почему же говно. Так, Джазарга? Я не помню, на чем я остановился, чуваки, почему я здесь. А, не понял. А что я делаю? Найти звезду Азуры опять. Так, давайте. Бля, забыл, не играл сколько, 2 дня. Видели, у меня мышка, кстати, новая, очень дорогая. Мне подарили, даже боюсь вам ее показывать. Вы таких еще не видели. Мне никто не заплатил за рекламу. Но, бля, так пиздато после. Короче, лучше, чем Афотеч даже. Да, здорово, Музи. Разор, но мне их логотип не нравится. Но она так прикольно бегает по ковру. Ну как можно, блядь, с таким логотипом жить? Но он, как и у монстра, он какого-то 1942 года, да, логотип? Ну просто он похож на какой-то, не знаю. Ну ты понимаешь, да, на что он похож? На говнарскую-то татуировку. Типа что-то такая. Василиск, и тут меня переиграл. У меня Райзер. Дедхедер. Дедхедер у меня. А Дедхедер лучше, чем Василиск, мне кажется, согласен? У Сицилии есть флаг? Ну, должен быть. Так, здрасте, я... Понимаю. А что у меня с сейвом, можно узнать? Я же ёбнул этого чела, я на нем 2 часа сидел. Видимо, не ёбнул. Хват, лёжа или сидя? Паркедер Райзер. Блин, я не могу смотреть, если начну альтабаться, то уже не прекращу. Чачелики, все вспомню. Да он крыса, блядь. Он знает, что я буду вставать. Чачелики, вспомню. Все. Да надо, наверное, реально фоф менять. Очень сильно ебут. На 50% хуже Василиска. Нет, Дэдхедера лучше. Сори, чачелики, сейчас я вкачусь. Давайте. Надо просто проходить и марафон заканчивать. Вот. Ну чё, погнали это самое. Может, хватит хуйнёй заниматься? Давай хотя бы, может быть, нормально же? Ну, эксперт можешь ставить, нет? На эксперте можешь поиграть?
Или не надо лучше? Да я просто не знаю. Я настроен на то, чтобы потихоньку проходить, а типа ретраить некроманта говна не очень хочется. Или не надо? Или не надо? Или надо? Ну эксперт, нормально. Или мастер оставлю. Не могу решиться. X7? Это вот эту вот хуйню, да? Она очень грязная, нельзя. Не смотришь, там жировая подкожная хуета. Вот такая у меня была, но у меня колесо перестало работать. Афотеч. А, у меня лет 5, наверное, жила. Нарисуй хуй на лбу и ставь адепта. Ладно, тогда, наверное, все-таки мастер. Да ставь эксперта или мастер. Ладно, давай потравим немного, может, все-таки перекачаюсь. Ну, заканчивать собираюсь, но пока что не понимаю как. У меня есть джазарга, нужно, чтобы просто кто-то растанчил. Я могу вызвать капронаха, например, какого-нибудь. Чуть подамажить сейчас. F5 нажал, попробую раскайтить его. О, видишь, он под джазарга дэмэджа-то не вносит, у джазарга тоже щит. Вот пускай они поебурятся сейчас. Сейчас он скелета сдует. Я пойду в некромантаса прокастую. Ну как, блядь? Да просто неудачный старший некромант, это, блин, самый высший некромант. Клан, давай попробуем хил тогда и меч, может быть. Это не хил, мой друг, вот хил. Мам, постою, нормально, джазарга тянет. У него фулл хп фактически. Скелеторов ебем. Просто раскайчу его. F5 нажал. Ну меня ваншотает лед ебаный, блядь. Просто ваншоты. Я не понимаю, как он работает. Но самый сильный спел выходит, согласен. Я не знаю, погули, могу. F5 нажал. Бежать не могу. Блять, ну вот если бы он льдом своим крысиным, блять, не кастовал. А, ну давай через Вабаджек хуй с ним. Крыса. Да как ты заебал, нахуй? Дот этот заебал, блядь. Что за говно? Ну почему? Давай. Ну баба Джек же, сэр. Да кто, блядь? Спину-то дрочит, я не понимаю. Ну иди сам пиздись тогда, заебал. А, постою немного, потом его просто забужу через баба Джек. Самое главное, не ебнуть джазарга. Да я-то пройду, блин, просто это не босс. Да скелетор, идите нахуй, ладно? Крыса. О, заебись, он полой, я убил ебаного Каджита и... Вау, вау. Да мне особо сейчас, если я на одну сложность поменяю, ничего особо не поменяется, вот. Не знаю, важно ли мне, но просто если я снижу, ничего не поменяется. Просто битва неудачная, блядь, потому что это маги ебаные. Крысиные, блядь. Да иди нахуй. Скиллы перепутал, сейчас бы захилился и через Вабаджек бы его добил. F5 нажал. Нажимаю же F5, нужно посмотреть, но восстановления в гильдии нет, значит я живу, F5 нажал, блядь. Крыса, блядь. Да пожалуйста, иди, блять. Где дэмэдж по скелету-то хотя бы? Да дай ты мне, блять, ты.
Здорово, матери. Сейчас сделаю, чуваки. Блядь, Джазарга ебаный сдох. Блядь, это больше всего бесит. Меня бесит только то, что я убиваю спутника в основном. Биться я могу. Нормально, могу. Ну, Джазарга пока живой, счастье, чуваки. Кнопки вспомню. Нахуй, иди отсюда, блядь. Ты не имеешь права, блядь, крысиная твоя натура, порода, блядь, ебаная. Похуй, в ХП один тик, давай. Да кастуй! Блять! Ёбаный вот этот тот контроль мудацкий, блять. Спокойно. Ну... Инстакил, касание Ситиса, чел. Нормально, но Джазарга живой, F5 нажимаю. Ну как, ну как. Старший некромант. Ну можно продать два черных камня и нихуя больше, превосходно. Но старший был, старший. Как бы тоже, как правильно выразиться, нихуй соси, он серьезный человек. Так, а делаю я что? Я даже не понимаю, это по идее Дейдра квест, и как бы Дейдра квест, привет, Лунай, Солнце, Нариварин. Навасар сказал мне, что наставник Мэйвен Варын изучал звезду Азуры. В последний раз мы Элина видели где-то в глубинах Элиналты. Но он изучал звезду Азуры, то есть звезду Азуры, и звезда Азуры у него. А сама Азура еще на связь не выходила, но она потом выйдет. Да? Спасибо тебе, Нариварин. Блять. Ну ты вставать собираешься или что? А, сломанная, бля. Жесть. Чинить нужно нести, получается. Это надо чинить. О, панцы. Гримуар. Чего? Мейлин Варена. Автор Мейлин Варена, это важно. Хотя идея проведения экспериментов над эдрическим артефактом была встречена насмешками и презрением, мне удалось преуспеть в том, на что невежественные и суеверные даже не решались бы. Черная звезда. Моя победа над эдрической владычицей Азурой... переосмысление и преобразование величайшего камня душ. Он послужит сосудом моего бессмертия. Ну, некроманты, получается. Вот окончательное доказательство, что смертные могут жить бесконечно, как и обитатели Ебливиана. О, какие видения, какие голоса Азура насылала, чтобы запугать меня. Кто-то называл меня безумцем, но истина была на моей стороне. На пути развития самой природы магии не может быть запретных святынь. Пускай Дейдра шлют свои гадкие картины в мою голову, они лишь подогревают мою волю и укрепляют в решимости отгородиться от любого влияния и любых нравственных укоров. С моими последователями я построю новое место, где мы будем свободны от закостелых умов Винтерхолда, Форта и Линаута. До своего изгнания мы провели ряд небольших экскрементов, часть которых привела к разрушению острова, но несколько наложенных чар сохранили руины в целости. Под водами озера Линальта мы нашли идеальное место для завершающей фазы Черной Звезды. Ну как, блин. Вообще интересная хуйня, это я возьму с собой. И книга, видишь, какая-то лорная, важная, и такая короткая. Идеал, идеал. И ревард. Как вот иллюзии, наверное, нужно снять. Ладно, сейчас сгоняю быстро в драконий пердел, чтобы посмотреть, что у меня снимается из чармов. Ну и пойдем, наверное, это весь твой ревард, мой друг. Ну а теперь нужно обратно вернуться и следующий данж, наверное, зачистить. Ну, скорее бы. Вот бы это был драугский данж. Ну не может, потому что здесь некроманты, блин. А ведь еще вампирская DLC впереди. Ну давай, мне главное увидеть, что здесь зачищено, очищено. Ну, давай смотреть, мой друг. Звезда Азуры у меня, но она повреждена магией Мейлина Варена. Можно отдать звезду Аране или Навасару, чтобы он привел ее в подарок. Не знаю, кто такая Аране. Кто такая Аране? Ну, вариативно звучит, конечно, так. Либо Челику
либо в святилище Азуры. Давай в святилище, наверное, одно и то же будет, скорее всего. Принц Дейдра Херсин также известен как охотник, отец зверолюдов. Чтобы покарать тех, кто провинился перед ним, он устраивает охоту, наверное. Не успеваю прочесть, настолько у меня мощный компьютер. Ну вот, значит, а здесь стоит баба, а она говорит, что я последница Азуры, да, что-то такое, просто я не очень следил, честно говоря, последние 46 часов за происходящим. Привет, вы должны быть баба. Азура Стар. I knew the Lady of Twilight had sent you for a reason. Hand it over to me. I will ask Azura to restore the star to its original purity. Вот, возьми это. Мне нужно немного времени. Позже я вернусь. Вот, возьми это. Здорово, импосибру. А что он с тобой говорит? Со мной не говорит, если я потомок Дова. Azura, mother of roses, goddess of dusk and... Цена есть пепелит, да? Your chosen champion has returned your star. Блин, а темная звезда, она человеческие души, а эта звезда не человеческие души, да? She wishes to speak to you. Лично? Please. Place your hands on the altar. Понял. Greetings, mortal. Mortal? You have followed my guidance through the veils of twilight and rescued my star from Malin. Жесть, она крутая. But his soul still resides within, protected by his enchantments. Что это такое? Until he's purged, my artifact is useless to you. Есть ли способ очистить? Тогда почему ты не забрала ее? Разве ты не Дейдра? Eventually, the star will fade back into my realm in oblivion. But I doubt you have the 100 or so years it would take to wait. No, only one option remains. I will send you inside the star. You ну ладно, что новое? Это как в картину пойти, только звезду. Tell me when you are ready, mortal. Я хочу отправиться в звезду, но, блин, а что делать? Have faith, mortal. Она скажет, чтобы беречь меня. I will be watching over you. В смысле, да я... Почему? Как она? Кожу пепельную сделала данмером. My disciples have sent me a fresh soul. Ну вот, и Нео. Смотри, новая локация. Hungry. Why? There's something different about you. Это шеагорадская шутка. Твои экскременты закончены. Тебе не избежать, своей судьбы, Мейлин. And who are you to challenge me? I have conquered mortality itself. I've spat in the eyes of the Daedric Lords. Жесть, он крут. This is my realm now. I've sacrificed too much to let you take it from me. Нюха, GTA референсы. Что, следить за ним надо, выходит? Сука. Ну, слушайте, здесь красиво. Буду фотографироваться на память-то. Такой чисто пришел, только сейчас шлем сниму. Сейчас, челики, сори. Чисто пришел на флексе в звезду Азуры получить. Вот. Красиво же? Я думаю, да. Так, ну и как я это говно обузить буду, блин? Кайтив, Дремора, что? Здрасте, вы... Ебать, Пакстериус. Кинриф. А у него бесконечная мана, как думаешь? Ай, блядь. Ой, блядь! Ой, ба... Ну, блин, да кто оберег нужно юзать, наверное? И спутника нет. Хардфонкинг, фонкинг хард. Блядь, ну, пиздата, пиздата. Ну, чё делать-то, народ? Может, в другое место отнести её, блин? Здесь хотя бы вариативность есть, а я бы мог отнести... Таверновскому магу, и что бы мы делали? Пиздили бы Азуру в камне, интересно. Бля, ну решите, мне теперь не проходить, что ли? Или как вы решите? Что делать-то там? Делать-то что? В лесах Скайрима множество оленей и лосей. Больше никого, кстати. Ну чё, как быть-то, блядь? Адепт? Да сука, где... Бля, почему всё ваншотает, блин? Адепт? Ну давай потравим. Хуизура. Вот, возьми это. Адепт. Но если я адепта поставлю, вы же будете потом меня гнобить за это. Смысл? F5 нажал. Ну давай ты быстрее.
Согласен. Greetings, mortal. You have followed my guidance through the veils of twilight and rescued my star from Malin Varan. But his soul still resides within. Слушайте, в Обливе они были говном голоса или нет? Может, это так кажется, может, я придумал сам себе, что есть скучная озвучка? Ты заебал, поставь адепт. Ну, блин, ты не будешь надо мной издеваться? Нахуй надо. Издеваться же будешь надо мной. Потом будешь писать адепт. И омега его выкидать. Зато здесь данжа лучше. И живописные локации. А в Обливе такого не было. No, only one option remains. Да. I will send you inside the star. Снова адепт. You will banish Malin's soul there. Tell me when you are ready. Господи, бля, почему зевать-то хочется? Я как бы сегодня спал мало. Давай уже, давай. Ты почему скучная такая? Ты же раньше не была такой. Помнишь в Моровинде? Не была, блин. Говори, что-нибудь прикольное. I will be watching over you. Да кто вообще называет смертных смертными, блять, если ты не в какой-то инди-игре? Да иди нахуй. There's something different about you. Твои экскременты закончились. Мне нужно в отдельный сот сохраниться было, наверное, да? My well, I won't let you take it from me. Может, из него можно будет ману высосать? Крыса. Пиздец, да не, все, чуваки, це пизда, блядь. Ну что, может, просто не делаю это говно, а? Ну меня ваншотают, они, блять, ну как ваншотать-то могут? Да с какого хуя, я ж 30-й левел. Ну почему ваншот-то, почему не два выстрела? Попробуй фусруда заорать, но... TCL? Твоя консоль не работает, Адаш. Бля... Так, ладно, в пизду, чуваки, в пизду. Ну давай стоять просто, ты понимаешь, что, блин, вот все, эксперт, ахаха, эксперт, и ничего не поменяется. Ровным счетом. Эксперта, какая эксперт, согласен. Да я не знаю, нахуй она нужна, потому что я поставил ее. Не знаю почему. Теперь не хочется менять, блин. Все, F5 нажал. Да давай, блин. Идь! Согласен. Что там за души? Карликовые души, получается? Ну и сколько мне ждать, пока он будет свой щит там дрочить сидеть, блядь? Бесконечно? Какого Андрея-то? У меня первого левела Андрея, ну то есть у меня же не прокачано колдовство. А сидим щит дрочим, бля, мы не можем биться. Да как, чуть, блин, и фусруда не можем кричать. О, давай, давай. У них хоть мана-то конечная, ёпсель-мопсель. Пиздец. Блять. И как мне здесь их и выйдеть, интересно, блять. Дрочи свой щит в ответ, да я не прокачан, блин. Бля, я просто порвался. А чё они троих-то кидают? Я просто не понимаю. Кидаю троих приключенцев под ноги. Что же делать? Ему сдаваться? Я не могу сдаться, блядь. Три дреморы. А спутника у меня забрали. Ah!
По одному, может, можно? И они все потом загрятся. Но я рассчитываю, но они все здесь, блин. Но это какой-то unravel, то есть я вообще не знаю, что можно делать. И не важно, что это мастер, эксперт, ветеран или... Да как ему снять щит его, блин, крысиный? Свит? Ну, кстати, ну можно резист какой-то повесить. У меня свитки все в магазине, мой друг. Гармония есть. Че, попробуем истерию, может быть? Ниже 12-го, но они какое, как они могут быть 12 уровня? А им, блин, потому что... Да ёбаный... Вот, там кастует, ай, красавчик, F5 нажал. Кастует прям в сталагмит, короче, F5 нажал. Это шегородская шутка, а? А, вы не орите только. Я просто не знаю, что делать-то. Подождать надо? Я просто хуй знает, как у них показатели маны работают. Может быть, типа, не распространяется на дремор. Он может бесконечно кастовать. Но рано или поздно у него мана закончится, то у меня заканчивается, например. Угу. Пиздец, просто пиздец. Блять, да чё по дизайну-то? Как можно с тремя магами бороться-то? Я не понимаю, блять. Ты сказал бы, не иди сюда. Почему бы мне не сказали про это? 500 маны просто, браток. Окей, блять. Они стрейфят, а они лучше, чем я. Они-то могут, блин, фёст-пёсом целиться. Давай постоим, подождём, блять. Да откуда, сука? Это там, блядь, какая-то крыса еще в спину накастовывает. Но ё-моё, ну вы видели, там еще сквозь эти самые сталактиты пролетают. Еще никто не поверит опять. Скажешь, я придумал это, блядь. А, я, смотри, цей чупит, блядь. Нормально кастуешь, браток, блядь. Я не могу настроить фов, потому что у меня не работает консоль. Оборотни, ну давай попробуем на оборотни, я не знаю, блядь. Блять, кнопки перепутал, а не парься. Но я пока буду перевоплощаться, он меня уже дожжет, блин. Сталагмиты, согласен. Ну чё, как перевоплотился? Ты гордишься мной, Херсин? Ну, зелье резиста я сейчас посмотрю, но это, конечно, пиздец какой-то. У меня есть от холода резист, да он тоже от огня ничего нет, по-моему, да? Бля, спасибо большое, Клементи, ты точно хочешь продолжать это делать? Спасибо большое, может быть, игра на сабдей? Просто дорого, 400, блин. Просто предпочитаю об этом не думать, это как... Можно все измерять пачками сигарет, они теперь дорогие. Как две пачки сигарет, блин. Нормально. Блять, Кролитолиус, сука! Ну почти, ну ладно, давай попробуем заспидранить вперед. И там куда-то... Да, блядь, вы просто понимаете, что происходит? Ну, ёб вашу мать, блядь. Ну, что за дизайн такой? Как играть? Тебе просто кидают три мага с бесконечными фаерболами, ты оказываешься, типа, на сцене, и они просто тебя полой выносят тремя фаерболами. Даже не понимаю, ну, чем, блядь, оберег, может быть. Что я делать-то буду, блядь? То есть, что я буду делать?
Но это броня. Блять, я пришел сюда без зелья резиста. Но у тебя же есть F5 и F9. Если бы я на консоли играл. Бля, прикольно кастуешь. Я не могу даже выйти отсюда, то есть. Бля, и сейчас ты же ебут при загрузке. Притом они сильнее и сильнее становятся, чтобы ты понимал. И теперь я загружаюсь, и меня сразу же ебут. Это не надо проходить. Просто слабый, у тебя резистов ноль. Так с какого хуя ты, блядь, я слабый? Я же качался, чтобы не быть слабым. Здрасте, сэр. Блять, ну давай ты! ТГМ выходит? Еще этот мудовая... Блять, ненормальная вот эта вот механика использования вещей. Я не могу понять, как у меня на... когда у меня посох на фулл чардже. Почему я просто не могу выстрелить по клику, а? Да ты берешь его или нет, чел? Надеюсь... Крыса, блядь. F5 нажал. Вовремя, да, видимо? Не, все, 3 фаербола, и я падаю. Да, блядь, как заебал этот щит! У меня броня в сундуке лежит. Что изменится, если я броню надену? У нее больше будет М-резиста. Да надо съебывать отсюда. Ебал это говно, блядь. Дизайн просто хуйни, блядь. Сука, почему 3, а не 2 хотя бы? Почему спутник забрали? Потому что эту хуету все, наверное, проходят, блядь, на первом уровне сложности, да? Но мне не выйти отсюда. То есть, блядь, просто дизайн уровня гандон, блядь, тебя телепортирует в ебучий крестраж, блядь. На тебя сразу же, сука, на сцену выходит 3 мага, блядь, ебучих. И выйти ты отсюда не можешь. И сбоку еще главный маг накастовывает молнии. То есть, на что вообще расчет должен быть? Как в этой ситуации реагировать? Я не понимаю. И они еще дрочат свои щиты постоянно. Так в оборотне смысл, я пока добегу, блин, этот оборотень уже распадется. Вот, обратите внимание, вот на эту хуйню, она мне больше всего нравится. И не забывай, что у них бесконечная мана. На легенде, прошу, блядь, пиздата, есть вот посмотреть, было бы интересно. Я тебя запомнил, подлец годливый, блядь. Щай, челик, я. Я жду, пока у них мана не закончится, раунд не кончается, потому что... Хамелеона нет в этой игре, мы больше не шутим про хамелеон, потому что ее оказуалили, оболванили. Вот раньше бы сейчас хамелеона бы обмазался и... Да не, все, я не пройду. Ну у челиков бесконечная мана, а как бы омега похуй, а бесконечная мана. А у меня конечная. А домашние сильнее, чем я, кстати. Заковыка, согласен? То есть каждый враг буквально в 3 раза сильнее, чем я. У них не бесконечная, всего 500. А хули у меня тогда не столько? Почему у них хп больше у меня? Ну, наверное, потому что у них нет стамины, правильно? Именно поэтому у них тактики распределились. В ману и в хп. О, нихуя, найс, прыгаешь. Ну, я бы, на самом деле, TCO прожал, просто вниз спустился, чтобы их раскатить, но у меня консоль не работает. А, ну я думал пораньше, наверное. Нет, как бы ситуация в том, что я не могу выйти отсюда. Ну то есть, тогда зелье, вот смотри, вот зелье должно было здесь лежать. Резисты все, которые нужны, блядь.
То есть просто какой-то Гаррис Мод, ёбаный, ты, блядь, оказываешься на сцене, вот как, не знаю, паркур карта Майнкрафта. И у тебя три вот этих вот, не знаю, крипера, которые взрываются, да, о тебе. С первой части, да, начинает, ну блин. Напоминаю, у них не бесконечная мана, они просто могут кастовать бесконечно. Но сейф перед камнем сделал, да, я же, блин. Да хуй знает, может и говно уже, я не знаю, но мне данжи нравится. Блин, это не видос. Смотри, как он смешно. Ля сложился. Да не, ну, наверное, надо грузить, короче, говно перед камнем, и я сюда не пойду, наверное. Ну, либо сложность дрочить, не знаю. Че, один отвалился, что ли? Чё, не понимаю, один, блядь, отвалился, похоже. Я двоих вижу-то, блин. Че, минус один выходит, да? На венге было бы неплохо, да. Ну как? Вот бы они ауешили друг друга. Пойдем, пойдем. Понятно, понятно, понятно. А он в сладкий рулет, походу, превратился. Слышишь, без шуток-то если. Это шегорадская шутка. А? Прекрасный летний день. Ай, блядь. Снизишь, ты... Блядь, что, заебал меня? Или я сам себя заебал, не пойму пока что. Среди сложности это не совет. Совет это почему ебут? Это риторический вопрос, на него тоже отвечать не нужно. Ебут, потому что дизайн говно. Это и так понятно. Я снизил сложность, блять, я уже не мастер. Сейчас, смотри, челик, я очень сильно подгорает, и я напоминаю, что произошло. Я понимаю, что никого это не шокирует, всем поебать. Я к душной Азуре, которая заебала, кстати говоря, телепортируюсь в Крестраж, на сцену вываливаются три мага, Кайтифа Дреморы, и бесконечно спамят фаерболы. И невозможно никак ничего сделать, потому что вот так вот. Мана не бесконечная, например, у них 500 маны, но они кастуют бесконечно. Парадокс Кайтифа в действии. Бля, круто им бесконечно кастовать, вот так охуенно, да? Я не вижу его щита. Я не могу бани-хоп, мне не пройти никуда. Ну, то есть, как я это понимаю, они кастуют, притом Friendly Fire на их не распространяется от АОЭ взрыва, да? Столкнуть я их не могу. Особенно у меня один крик есть. Фусруда, либо... Одного я как-то заобузил. Блять. Ну что, я F5 жму? Возвращаться или бежать, блин? Да зигзагом они предугадывают мои движения, но они щит-то выкидывают перед фусруда. О, смотри, кому-то нельзя сюда идти, или можно? Ну, смотри, один идет, бля, а второй там чупит, получается, отдыхает, лох. По стелсу сейчас сделаем. Эндеррауд? Я...
Да пройду, на когда-нибудь, наверное. Сука, как? Просто как, блядь? Я буквально не понимаю, почему мана бесконечная у них. Потому что это кайтиф, и у меня когда будет бесконечная мана. Че за хуета-то, блин? Крыса, блядь. Да почему он префайером ставит щит-то, а? О, привет. Найс, перевоплощение, браток. Жесть, он только что эволюционировал, потом деволюционировал обратно. Наверное, обидно. Как заебали эти щиты, блядь. Как заебал этот хитбокс. Возможно, игра, короче, заебала. Игра точно не говно ебаная. То есть это нормально, что я к консвешу к местному за 50 часов не могу привыкнуть? О, здорово, Иглнес, чё, как дела? Не нужно пиздить? Как ты это понял, блин? Они же нападают на меня. Говорят, познай боли, шкайтиф и дреморы. Мистер Крабс. Ну вот, видишь, сердце Дейдера так не забрал бы, если бы не делал так. Чё ты так говоришь? Ну чё? Там еще один стоит, чупит. Ну чё, сколько у него маны? Вот он касты, сейчас будет кастовать. 500 маны, напоминаю. Может, пососать просто маны нужно? Стоп. Стоп. Маны пососать получается. Всего не можешь вставать. Тебе 500, чел, закончилась мана. Все. Ты ему надамажил. Ладно, давай через Ваба Джек последнего. Щит не поставь. Тоже хочу бесконечную ману, блин. Опа, анцы, у кого мана закончилась? 6. Так, ладно, этого на обратном пути, наверное, заберу, правильно? Это не обязательно, те два были обязательны, этот опционален уже. А, я вернусь, по этим пизды дам. Получается, ну чё, осталось только главного, а главный кто? А главный это... Да, ты даже не готов, наверное, к тому, кто это. Это мой парень. Как думаешь, с ним можно договориться? Давай не будем проверять. Где ты? А может быть, я здесь. Жесть, он не знает. I know you can hear me. Попробую спиздить у него что-нибудь. Да надо красноречие качать. Опа. Думаю, сбежал. Опять нажал. Чё, реально что ли? Чё будет? Это мой первый стелс. Блять. Ой, блядь. А, нормально, нормально. Нет.
Not like this, блядь! В текстуру, прячь меня в текстуру, пазура! А пришел фаербол Мизакит. Блин, а у неё самоды сильнее, чем он. Жесть. Да, конечно, блин, под текстурой сидел, блядь, чупил. Ты так на у меня выходит, да? О, блядь, в мире борется, это я понимаю, блин. Как встать? Да дай заутать, ну твой за способ поражения, может быть, с него сниму. F5 нажал. Ты от того, как ты очистишься, что очищать-то надо, блядь? Так забери меня. Парализация, у меня только посох есть, парализация идет пока что. My star has been restored, and Malin's soul has been consigned to oblivion. You have done well, mortal. Спасибо, я... Чё, давай это самое. As was destined, you are free to use my star as you see fit. Хочу использовать ее как подстаканник. Благодарю, леди Азура. Мне бы не хотелось, чтобы Дайдрос заглядывал в мое будущее. Ясно? Понятненько? Oblivion has been watching you since the day you were conceived, mortal. Do not think that your life has been served by your will alone. Go now. I have seen the threads of your fate in the twilight, and you still have much to accomplish. На одну понизил. Я эксперт теперь. Я взял хотя бы. Ну задание, согласен, крутое было. Мне понравилось, конечно. Родители? Так, блин, это в Обливионе было. Все родители остались в Обливионе, все родственники. У меня был, напоминаю, дед-некромант, внучатый племянник рыцарь Рога, несколько вервульфов, Мактуб. Вот, я помню. Одна из самых умных книг, которые я прочел, одна из самых любимых, потому что я как сейчас помню, я сел и за полночи ее прочитал на кухне. И поумнел ровно на одну книгу. Такая притча, браток. Ух. Такое и не снилось этому вашему Роланду. Проект Арнелла. Арнелла наконец-таки открыл мне тайну своего проекта. Он занимается исчезновением Двимеров. Или, может быть, в разном покопаемся пока что. Вот смотри, руины Аркстамаза было бы интересно, конечно, узнать. Что такое? Ну и вот 20 гвоздей винограда Джаброни. Че, может, к Периату схожу? В тот день именно? Бля. Деэдрические штучки. Челики. Ну ты хоть понял, бля, да давай. Маркера-то нет, блин. Пока нет. Это баг, наверное, получается. Ну пойдем, а что с грузом специй, блин? Ну сейчас вначале вот эти квесты надо пройти, но они крутые, они меня сильнее делают. А что я делаю неправильно, это пацаны, блядь? Не понял. Кнопки я перепутал, да? Просто, блин, так не понял. Что маркер не показывает. Вот пойдем узнаем, что с грузом специй. По-любому это задание крутое. Бесконечные? Нет. Сейчас поймешь, чел. Вот и понял. Тяжелая броня и оружие снижает вашу скорость, кстати. Бесконечное усиление персонажа? И как они допустили такой абуз? Так, ты правильно мне показываешь? Без обмана, просто я проверять не буду. У меня только два города открыты. Солитюд — цитадель имперской власти в Скайриме. Там же находится знаменитая коллегия бордов, между прочим. А я уже почетный член ее. Я два задания выполнил. Ну чё, самое время для драко... Бля... Не, нормально все. Давно не видел тебя в драконьих гонках. А когда появится дракон? Мне как-то уже непривычно. Я говорил с ними, это... Раджинда? Воу.
Но я смогу, блин, прыгнуть в воду-то и выжить, нет? Но здесь-то по-любому уже задизайнено под это. А, у меня это было, да. Блять. Хуй уши в звезде, да, есть такое ощущение. Блин, а как это самое, блять? Как трюк-то выполнить? Иначе не будет. Это же ачивка на это. Каскадерская серия, чел. Бля, я пока трюк не выполню, дальше не пойду. Я тоже видел, ты тоже видел? Ну блин, ну так уже слишком низко. Да тут специально задизайнено. Кирк выучить. Ну чё, народ? О, блядь. Чуваки, лучшее, что я делал за последние 2.5 недели. Реально сработал, я же знаю. Ивета Сан попросила меня выяснить, что по поводу специй. Как вопрос со специями обстоит? На что потратить? А... Мы могли бы договориться 314. Хорошо, мадам. Курьер спайса получается? А куда, куда эта бойница ведет, интересно? Ты слышишь? Возможно, это дракон. Не хочу тебя пугать, но... Ой! Спокойно, это орел. Не показалось. Ну как? Это дополнительное задание, оно, кстати, не обязательно. Оно в разделе разное было, поэтому... Сквитти, вернемся. Красноречие? Да, блин, красноречие, оно работает здесь. Но лучше, чем в Обливионе, на самом деле. Нет таких планов. Я читал про планарные путешествия одного из челиков. Там такого плана не описано. А я правильно иду? Да ебаный бабаный, блять. Видимо, нет. Пойдем сюда. Хабаровского края Сергей Фургал попал в число заслуживших доверия политиков России, обогнав мэра Москвы Сергея Собянина. В этом свидетельстве данный исследователь Левада-центр. Да никто про него не знал, пока его не посадили. Я мы Фургал. Не существует, я тоже так думаю. Восточная посткомпостинская компания твоих специй. В Минске, я не знаю, сегодня читал, что 30 наемников каких-то задержали. Я туда не смотрю. У меня ни по единому нет, мне кажется, очень сложно. Но только вот вкусовые предпочтения. Ты ешь и вроде, блин, нормально. Все равно у меня нет своего мнения. Ну, блин, они вот насмотрелись, сейчас все будут развлекаться, а мы будем сидеть, блин, чупить. А мы будем развлекаться уже. Найти скульптора Риц в Рифтоне. Поговорить с сортом Виндхельм. Это что? Да сука, опять ты ту кнопку нажал, блять. Сори, чуваки. Ну а пойдем по... Делаем виноград Джаброни я еще. Ну пойдем Арзамас исследуем. По-любому важная хуйня. Мне постоянно маркер туда показывает. Пойдем. Через ролик стоит. Так 20 гвоздей, или дом нужно купить? Ты меня не подгоняй, блин. 20 гвоздей, 20 петель. Напоминаю, Рорикстед. Важный город, между прочим. Он по имени основателя назван. Давай посмотрим, что там. Блять. А где Каджет? Ну пока живой. Все, если вижу, постарается. Не понял. А, в смысле, лишнее разное? Я думал, ты хочешь, чтобы я не проходил квесты из этой вкладки. Все. Я-то уж подумал, что вы не уважаете квесты из разного.
Нет, он не имел это в виду, потому что разное только в этом и расцветает, блин, Skyrim. Как бы, если ты не проходишь квесты из разного, то не факт, что ты исследуешь каждую точку интереса в этой игре. Они хорошие. Ну, ты хоть понимаешь? Ну, сейчас вот важное вот это вот нчулефтинг. А что на реакцию россиян? Не понял. Так там 30 человек задержали, я просто не знаю, как это работает. Ну, типа, 30 наемников. Ну, про это можно игру какую-нибудь сделать. Да? А, потом разберемся. Outer Heaven. Radical Dreamers. Реакция россиян? Ну, пик. Что? Пук. Да, бак. Так и реагирует обычно. Бля, ну это медведь пещерный. Но я стал сильнее теперь. Жесть. Ну покатился он отменно, конечно. Ну блин, а как я тогда игру пройду? Ну в смысле, а про что играть? Я что, здесь же только точки интереса. Здесь еще что-то можно поделать. Бля, прикольный бы получился Metal Gear в Белоруссии где-то, да? Красиво. Не, на скеллиге там нырять нужно, а нырять долго. Это только вот истинные фэны вроде Грустных Усов могут позволить себе. Я скеллиги, честно, не проходил. Но я и знаки вопроса оффлайнов, да, очищал. Мне казалось, что я не смогу поддерживать интерес своей пятизрительной аудитории просто. Вот. Когда зачищать вопросы буду. Блин, грязикрабов ваншот и грязикрабов уже. Не, ну это нужно посмотреть, это какая-то двемерзкая хуета, я думаю. Ты еще и скеллиги не уважаешь, но это уважаемые викинги, блядь. Че гадости говоришь? Куда ты поплыл-то? Можно узнать тебя? Жесть. Пытается задепаться водой от огня. Ну ты чего? Что я такой сильный стал? Так не хочу ничего слышать, что вы пишете. Это сложно. Это я должен участвовать в этом за войну с... Чего они драку устроили? Блять, это все новости? Так, чуваки, закончилось это. Там еще что-то происходит, но происходит уже на другом берегу. Это меня не касается, правильно? А моя задача — зачистить нчулефтинг. Не буду с нчулефтом. Ну посмотрю, что там. Все равно я пока качаюсь, так или иначе. Чего бы, собственно говоря... Опанцы! Это может быть? Не может быть. Думаю, что какая-то дейдра... Штучка? Не понял, так это... Святилище Дебелла, нахуй Дебеллу. Наверное, потрогать его надо, может, ачивку дадут. Наверное, воровать у Дебеллы не стоит. Левитация, я вообще ее не юзаю, потому что у меня консоль не работает. Не, нихуя не качал, по-моему. Ко мне куздечка нужна, если я буду в робах ходить? Да мистер Козлик, идите нахуй, Сергей, чего преследуете-то меня? Не под... Ну, блин, здесь дорога специально задизайнена для приключения. Как-то овхвость. Вон, смотри, маленькая неприметная тропка. Ну что, чувствуешь? Вот пиздатый дизайн. Единственное, что хорошее в этой игре есть, это вот
ходильные штуки и точки интереса. Остальное, походу, все говно. Ну, может быть, сегодня так кажется, а завтра перестанет казаться. Так музыка, ну, эмбиент нормальный, но классический беседкин дизайн с боевой малафьей в ушах, когда ты, блин, не готов к ней, которую отключить нельзя. Только вместе с эмбиентом немного странно. Всю игру точно? Ну, блин, ты же не сосала, ты хуже, чем я играешь наверняка. Ты же не такой профессионал, как я. Или такой. Ну, значит, и я смогу, наверное, или не смогу. Но игра сложная, согласен. Не факт, что выйдет, но... Я буду стараться и равняться только на тебя. Ты же смог. Значит, и я смогу. Живельник плюс. В кристальной пещере был не... О, панцы, привет тебе от пещерных медведей, браток. Пещерный самый сильный. Сейчас уже 60 будет. 60 будет скоро. И покатился, блядь. Да, сука, да, пожалуйста. Дай ему встать. Ну, блин. Ну, это какой-то медвежьим жиром натерся. Катился, получается. Так это я думаю... Я думаю, что это Shadowban. Сейчас так модно говорить. Я думаю, что это Shadowban. Twitch специально мне, во-первых, и занижает счетчики, не присылает уведомлений и включает черные экраны, потому что он пытается подавить меня. Именно поэтому я истреблен на 20 вьюеров. Потому что происходит против меня полномерная работа по подавлению меня. Система против меня. Там закончилось все, просто концентрация медведей вроде бы. Ну что, готов? Я так понимаю, что это будет, не побоюсь этого слова, две мерзкие руины. Поэтому... я лучше умру. Уходи. А что? Это Красная Гора просыпается. Уходи сейчас же. Я лучше умру. Уходи сейчас же. Nice try. But you don't scare me. I'm not going to ask again. В смысле, а здесь больше двух кнопок, что ли? Так левая и правая. Мне некогда. Ай, блядь. А почему? Ты же один. Нет выбора качества, но можно, кстати, переподрубить. Или мне его не вырвут? То же самое. Но вот планомерная работа. Давайте я, ходите, переподрублю. Сколько там времени прошло? Час прошел.